Команда городской гимназии Димитровграда стала лучшей на региональном этапе. Именно поэтому 20 наших девочек и мальчиков будут защищать чей всей Ульяновской области в Орленке. Ребята выйдут на теннисный корт, на баскетбольную площадку в стритболе, пройдут соревнования по плаванию и шашкам. Есть виды спорта по выбору – горный велосипед и лапта. Первое, что мы сразу озадачились, это плавание, так как в плавании участвуют все 20 человек. И так как, чтобы были все взаимозаменяемые, вот, мы озадачились плаванием. Я занимаюсь плаванием, поэтому считаю, что в этой дисциплине мы покажем себя неплохо. Напомним, президентские спортивные игры в Орленке пройдут уже в шестой раз. В четырех из них принимали участие и димитровградские школьники. Более того, наши ребята всегда стабильно входили в двадцатку лучших команд. Всего в соревнованиях примут участие 85 команд из всех регионов страны. Марина Антуганова, Константин Белов. Наше время.